лидер сборной Японии. Ну а вот Симон Аман, он четвертый. Ну будет продолжение новой книги о Гарри Поттере прыжковом или нет? Очень четкий сход с трамплина, скорость солидная. И Аман, молодчина. Опять не очень здорово показывают концовку. 133 метра все-таки, слава богу. Не было видно, чуть ушла камера окончательно зону приземления. Но 133 метра и оценки, конечно, с технической точки зрения блестящие. Ну, разве что расставил широковатые ноги, за ним еще присел, обратите внимание, давая понять арбитрам, что все правильно сделал. Чуть-чуть лыжа ушла, но справился с этими треволнениями легкими в воздухе двукратный олимпийский чемпион. Ну что, будет призовое место у кого-нибудь из ненорвежских прыгунов?